Привет. Да вот, с Бодиком приехал же мой помощник. Теперь я живу вообще. Я еще высоко ждал. А теперь мы все делаем вдвоем. Вот, сынок, сейчас я тебе покажу как, а потом будешь ты. Первый пошел. Вот такой вот у нас агрегат. Вот сними его. Диски, видите, и утяжелитель поставили. Это чтобы глубже заходил. И вот так вот мы подгортаем картошку. Видите как? Помогай малочке. Не надо ходить, увеличь, приближай за счет того. Чтобы палочка тяпка не работала, так мы ей помогаем. Сынок, ты понял? Ага. Вот примерно так. Сейчас. Вот такие вот диски. Видите? Вот, а вон лапка. И вот так вот мы. Давай, сынок. Ух. Шлангу перекинь. Ага. Ух. Чуть ручку вниз опускай, вот то сильно. Вот так. Не-не, чуть ниже. Ага. О, и пошел. Фух. Тяжеловато, но быстрее, чем. Вот такой у меня помощник вырос. Видите какой? Уже помогает папе. Вот так вот. О, переставляй, сынок. Став в начале рядка. Ага. И давай навстречу. Вот так вот, чтоб тяпка не махать, алочки. Вот так вот мы подгортаем. Видите как? И она сразу углубляет, подрезает сорняк и подгортает рядки. Вот, видите, что получается. И каждый может сделать. Ну, я покупал. А вообще, можно и самому сделать. Русский же мужик, чи украинский, чи русский, мы ж можем и сами придумать.
Все, Санат? Да. Ну как? О, тяжело, но нормально. Ну и хорошо.